Правила дорожного движения нарушают не только водители, но и пешеходы. По словам сотрудников службы дорожной безопасности, в основном аварии происходят из-за пешеходов, так как люди, не соблюдая ПДД, переходят дорогу, где попало, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и водителя. В основном аварии происходят из-за пешеходов, которые не хотят переходить дорогу по зебре и не пользуются подземным переходом. Пешеходы-нарушители в рамках рейда были оштрафованы. Сотрудники службы дорожной безопасности объясняли правила дорожного движения. Также предупредили об опасности такого нарушения. Меня задержали из-за того, что я нарушила ПДД. Я не знала, что здесь есть зебра. Впредь такого не повторится. Как обычно, нарушил жителей тут постоянно. Как обычно, я перешел, где все переходят. Вон сейчас тоже проходят же все. Почему их не привлекаете к ответственности? В проведенном рейде по Кадамджайскому району в течение часа 10 пешеходов были предупреждены, а на двоих жителей данного района составили протокол и приняли административные меры. Мы заключили протокол по статье 247 двум жителям района. На основании Кодекса Кыргызской Республики они обязаны выплатить штраф в размере 500 сомов. Однако, так как люди не имели с собой документа, удостоверяющего личность, сотрудники службы дорожной безопасности ограничились лишь напоминаниями о соблюдении ПДД. Отметим, с начала этого года в данном районе произошло 16 автокатастроф, впоследствии которых погибли 4 человека, а тяжелые ранения получили 29 граждан. Бегимай Джаныбекова, Эрнст Умралиев, Нью-ТВ, Баткенская область.